Все взрослые были когда-то детьми. Все любили мороженое, сладкую вату, подвижные игры. И поскольку помнят это счастливое время, стараются сохранять традицию, когда 1 июня всегда праздник. Десятки интерактивных площадок, конкурсы, мастер-классы, зажигательные выступления. Организаторы праздника сделали все, чтобы дети сегодня были самыми счастливыми. Здесь каждый мог найти занятие по душе. Любители интеллектуального спорта играли в шахматы и шашки. Творческие энтузиасты рисовали, мастерили поделки. Особо шумно было на спортивной площадке. Там дворовые команды соревновались в стритболе, доказывая, что Анапа – город лета, детства и спорта. Жизнь состоит из моментов. И эти моменты у них останутся на всю жизнь. Самое интересное, они видят здесь двукратного чемпиона мира. Он присутствует, и он же судит. Они видят и знают, на что равняться. Они видят здоровый образ жизни. И это наши дети, это наше богатство. Каникулы должны быть не только веселыми, но и безопасными. Как отдыхать без происшествий, учит Центр противопожарной пропаганды. Ребятам рассказали, как себя вести при чрезвычайных ситуациях и как правильно оказывать первую помощь пострадавшим. Кроме того, в распоряжение детворы предоставили настоящую пожарную машину. Ребята могли посидеть за рулем, изучить оборудование, пообщаться с пожарными. Эмоции от праздника у всех только положительные. Дети радуются, вот бегают, прыгают здесь. Конкурсы устроили. Дети рады. Мне нравится, как поступают маленькие ребята. Мне нравится очень сильно смотреть на выступления разных. Выступает очень много коллективов. Танцевальных, музыкальных. Огромное спасибо вот именно им за то, что они принесли такой счастливый день. Также спасибо всем, кто провел сегодня с нами день. Другие вот мероприятия, игры настольные, конкурсы для детей с призами. Спасибо им огромное. Счастливые лица людей, вообще потрясающе. Настроение просто душевное. Вообще ликую и радуюсь. Наконец-то у нас есть ребенок, с которым мы можем разделить такой праздник, целый город. Здорово. Праздник удался на славу, и это только первый день лета. Впереди у ребят целых 3 месяца веселых приключений, удивительных открытий и ярких эмоций. В Анапе, городе детства, лето всегда праздник.